Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. 26 уголовных дел за невыплаченные зарплаты заведено в регионе. Это информация прокуратуры Кировской области с начала года. 8 дел уже направлено в суд. Долг по ним более 1,5 миллиона рублей. Почти вся сумма погашена в ходе следствия и суда. Помимо этого, у фигурантов дел арестовано имущество на 3,5 миллиона рублей. Программа «Экономика». Больше половины кировчан с вдохновением меняют работу. Это выяснила компания HeadHunter, опросив 160 сотрудников кировских организаций. Новое место обещает карьерные перспективы, так ответили 55% участников опроса. Их доля на 7% превышает среднероссийскую. Кировчане реже других россиян испытывают страх перед будущим, но при этом каждый третий все же испытывает стресс, когда меняет работу. 25% не уверены в себе, у 20% снижается самооценка. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Введение бухучета с каждым годом усложняется. Эксперты связывают это с постоянными изменениями законодательства, появлением новых налогов и сборов, использованием различных форм отчетности. Как не ошибиться с выбором специалиста для своей компании, рассказывает руководитель фирмы «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. Если вам требуется действительно лучший бухгалтер в Кирове, тогда обращайте внимание на следующие моменты при заключении договора на обслуживание. Спектр предоставляемых услуг. Серьезная компания никогда не ограничивается только выполнением мелких работ, связанных с бухгалтерским учетом. Но и навязывать вам полный спектр услуг никто не должен. Хороший бухгалтер отличается постоянным самообразованием. Он должен в совершенстве владеть нормативными документами, определяющими особенности ведения учета, и уметь ими оперировать. Будет лучше, если компания возьмет на себя представление всех интересов в различных контролирующих организациях и службах. Компания «Бухгалтер и я» работает в данной сфере более 8 лет. За это время существенно вырос список постоянных клиентов, которые доверяют ей как комплексное сопровождение и ведение бухгалтерской отчетности, так и выполнение разовых услуг. Если вам необходим профессиональный бухгалтер, звоните 46 42 81. В завершение о валютах. Доллар вырос на 48 копеек и стоит сегодня 56,74. Курс евро 62,96. Европейская валюта прибавила накануне 92 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.